Сотрудниками Краевого управления уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий произведено задержание группы лиц, причастных к оказанию интим-услуг в Кировском районе Краевого центра. Полицейские при силовой поддержке коллег из управления Росгвардии по Красноярскому краю провели одновременные задержания в квартире, а также в автомобилях, припаркованных на улице Грунтовой. В общей сложности в отдел полиции доставлено более 10 человек, среди них водители, а также девушки, оказывающие интимные услуги. В отношении 55-летней женщины, которая предположительно выполняла роль организатора преступной деятельности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину женщина признала полностью. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление роли каждого из задержанных, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, в том числе установление фактов вовлечения в занятия проституцией. Дознавателями Красноярской полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Максимальное наказание, которое грозит организатору, составляет до 5 лет лишения свободы.